И чего мы посреди зимы приперлись на пасеку? Ну надо дверь запенить маленько, то поддувает. Я навесы забыл. Короче, еще раз ехать придется. Мы не поздоровались. Всем привет. Привет. Дверь открывается плашмя. Сколько пчелам нужна температура оптимальная? Ну, плюс 2, плюс 4 вообще как бы, ну. Но у нас такого не будет. И как они будут? Да нормально. А сколько будет у нас? Посмотрим. Минус 5, минус 10-то будет. Так они не околеют. Не околеют. А может их самих закрыть вот как? Да. Сверху помещение большое же. Да сейчас запеним дыру, уже теплее будет, углы пропеним. Морозы будут, январские вот эти вот. Нормально. Но они сами себя еще греют вообще. Да. У нас как-то один раз остался на улице. Улик, ничего, весной живой был. Снегом закрытый был, да? А, Саш? Как стоял, так и стоял. Ну его не заваливало снегом? Немного было снега. Когда мы приехали, было уже тепло. Поэтому я не знаю, завалило его снегом или нет. Что такое? Ну, открыл много, он не это. Не возвращается. Надо нарезать. На пробу взяли типа для стен утеплитель. Но его много надо. Ну, баллонов 15-20. Сейчас раз и мороз начнется, никто не сделает. Сначала надо пропенивать, получается. Воняет. Слушай, ну, нельзя так. Выдохнется быстро. Тебе надо было маску одеть. Да, уходит вообще махом. На углу топить. На углу то той пеной, наверное. Не, вот. Вот и все. Вот это да. А счастье было так близко, да. Ну, на полтора квадрата где-то. Хватает. Это вообще ни о чем. Ну, так по-быстренькому. Ну, быстренькому. А тут больше, да? Ну, не знаю. А насадка вот это что ты не одеваешь такую, которая... Да я сейчас тут... большие эти дыры пропью. Вообще-то нет, наверное, сейчас вот этим вот баллоном вторую насадку поменяем. А я забыл взять очиститель пены. Ты вообще что не забыл? Половину забыл. Чё, мастер-класс, как строить амшанник, да? Ну, чтобы пены ушло поменьше. Зимой. Нет, и дома так делают везде. Вот не так же ставят. Экономия пены. Экономия должна быть экономной.
Саша, внутри все дыры какие большие. Запенивал тут так. Уже лучше. Надо будет навес привезти. Сейчас выветрится маленько все это. Запах и закроем. Сколько он весит? Килограмм 78. У нас теперь, смотри, какая красота. Теперь можно на под елку их. Угу. Из дерева. Настоящие, все руками делали. Вау. Вот тут вот такая ласка. Видишь, все это красили сами. Да, красота. Под елку поставим. О, Ваня, ты чего там толкаешься? Красиво. Прям вообще. Не какие-то там Санта-Клаус у нас теперь будут стоять, а настоящий Дед Мороз со Снегуркой. Да. Морд. Ать. Варежку не потерял, нет? Вон там внутри у него. А, вот я не могу шею обнять. Руки не вытягиваются.
Тебе не нравится? Вот на шее килограмм 100 будет, наверное. Ну я не могу объять это, потому что сколько вон. О! Он когда двигается, мне тяжело на нем держаться. Ну, поехали, что стоишь? Сына. Поехали. Пуська с его нос, наверное. Так он сено когда было, я на него садилась, он специально боком вот об сено, чтобы я свалилась. Вот на таких быках пахать, да? Ну. Им жилетки еще надо теплые какие-то. И еще у Кати нормально, да что? Поехали. А баран вновь с тёлочками. Ему овечек не надо.